Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арекс и подписчики, пацанчики, поздоровайтесь. Здорово, всем привет. Давно у нас не было карты Бенди, я не играл за Бенди, у нас есть классные пилпаки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня выживание, я буду пацанов мочить. А что у нас есть классные пулеметы? Ага, подождите, это же разминка, да, была? Просто я думал, мы так немножко там побалуемся, а потом будете меня мочить. Побалуемся. Вы не хотите баловаться? Не хотите? Хорошо. Сейчас значит, будем монстров. Значит, ты будешь посмотреть, а мы должны баловаться? Значит, так, да? Угу. Кто такой баги из-за баги? Так, подождите, а что, бессмертие может включить? А что вы не дамажитесь? Сейчас, а, кстати, да, выключено бессмертие. Урон между игроками. Все, я думаю, почему я не могу вас замочить? А вот теперь... У тебя была точно разминка. Ну да, это же была разминка. Все сходится. Ребята, ставьте лайкосик, да. Подписывайтесь на канал. Потому что ролики выходят каждый день по обстоятельствам. Все сходится четенько. Я взял оригинального, очень злого Бенди. А зачем злого? Не а знаю. Я хочу хорошего. Я очень злой. Эй. А я хочу хорошего. Эй. Это я не вижу. Сейчас, сейчас. Ох ты, вот это вы меня наваливаете. Кстати, у меня очень много жизни, вы меня не сможете убить. А? Ну давай, иди сюда. А много это сколько? А много это сколько? А, 80 тысяч всего. Вы меня, кстати, убили, убили. 1500 жизни сняли уже, молодцы. А так вот тебе. Кто будет трогать Бенди, я буду наказывать всех. Кстати, я могу очень классно... Вы слышите этот звук? Я могу ТП-хаться. Слушай, Димас, у меня такая идея появилась для тебя. Давай, прекрасно. Давай, 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 накажи смотри. Меня. Смотри, не убивай. Я... Где ты, какашка? Я иду к тебе. Я иду в кинотеатр. В кинотеатр? А ну иди сюда. Из кинотеатра. Иди сюда. Ну-ка. Если ты хорошо помнишь карту, то иди сюда. Смотри, пошли. Если ты хорошо знаешь карту. Заходи. А, ты хочешь проверить, убьет меня или нет? Да. Вот она комната. Давай. Летай. Блин, он что, своего убили убил? Все, да это нечестно, ты использовал нечестный способ убивания человека. А почему? Нет. Так, вот так вот. А ты врешь, а ты врешь. Не-не-не, все нормально. А ты врешь. Я иду со всей силы к тебе. Я прожит 300. Прожит 300, мочи его. У него 25 хп. 30. Миллионов. Я какой-то вообще бесполезный кусок человека. Все, 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 я понял. Обстоятельства. Вы заставляете брать мне просто этого мощного и наказывать вас дальше. Ой, я забыл, что здесь лужа бьет. Ой-ой-ой, я идеально эту карту вообще четко этот. Не застрет персонаж нигде. Классный звук умирания, мне нравится. Пошел вон! Говно. Ты чё такой тут лазишь, вонючая шкарпетка? Куда побежал? Я убегаю. Куда у тебя? Откуда? У меня вы 1000 сняли. В угол, да, и хотите меня загнать? Офигенно. А, я знаю. Давайте его остановим, да? Давайте его остановим. А, вы догадались пригвоздитель все-таки, да, взять? Наконец-то, умный человек сразу. Берите, вы так сделал. Берите пригвоздитель. Не, но ты за пригвоздителем, а я... Так, я буду стоять. А я буду вас кемперить и мочить со угла. Как он там называется? Читер. Арик, кто портал ганы берет? Кто взял портал? Да баги за баг. А наказать? Ой, Димас, пошел вон. Это не я. Че ты врешь? Где ты меня видишь? Только что. Где? Тут. Это не я был, ты че гонишь? Да чё ты? Да ты придумал какую-то ерунду. Ага, ерунду придумал. Ну давай, рассказывай мне приколы. Классный звук, мне нравится. Ты? Как там называется этот пригвоздитель? Я не скажу тебе специально. Пока ты будешь его искать, я тебя убью. Ага, я спрятал... А хорошо, я взял оружие получше. Ну? Ты, видимо, кого-то взял меня. Я в кинотеатре, пацаны, жду вас. Ты чё ты врёшь? Ага, значит мы здесь, да?
На тебе огня! Не, это не работает так. Вообще огонь слабо меня дамажит, зря ты его используешь. Ну, блин. Против Бенди надо что-то другое использовать, более... Да. Не знаю, более интереснее оружие. А чего пригвоздитель не берете? Не знаете, где он находится? Подожди, я потерял, у меня иконки нет. Оружие той Classics. Ну да, как он называется? Это Nile Gun, блин. Ну ладно. Ты где? Я на том же месте, я вас жду специально. А он там, он я там за углу просто стою, знаете, как на крысу. Боюсь выйти в поле. Но так могу вас мочить. Ой, дерьмо. Ну все, я понял. Поймал меня просто по красоте. Ну а теперь ты меня не убьешь. Все. Ты не сможешь это сделать. Енот, ты где? Иди сюда. Он там. Так, гвозди исчезают уже. Уже исчезают гвозди у меня. Говно. Красота. Он там сидит. Дерьмо, еще раз пригвоздил меня в живот. Так, я знаю, вы меня поймали. Как, знаете, охотники за привидениями. Хорошо. Если ты решил нас убивать одного раза, я тебя сейчас убью с первого раза. Ой, так я могу тпхаться, когда гвозди. Это вообще сила. Ты не можешь тогда двигаться. Все. Блин, у меня камера лагает немножко. Это хорошо. Я тебя буду вечно пытаться. Пригвождаю вас всегда. Так, что мне делать? У меня... О, во, все отлично. Так вот. Вот ты уходишь. Гвозди-то закончится, ребят. Вы меня вечно не сможете убивать так. Вообще ни о чем. У меня очень мощная броня. Поглощает все ваши... О, я вырвался, отлично. Говно. А что вы хотели? Ваши гвозди не вечные. Я вырвался на свободу, теперь я буду вас наказывать. Нашел, похожую на базуку. Сейчас проверю. С лазером буду ходить бить его. Ну давайте, ищите меня. Если вы найдете меня. Да это я внизу как. Да, я внизу, я в комнате закрылся и жду вас. Нашел! А ты дерево, блин! Ого, что это за оружие у тебя такое? Искажает пространство. Зря ты здесь появился. Это специально было задумано так. Ты ж говно. Нет, я обычный человек. Так, а сколько тебе эта штука снимает? Даже не знаю, вы мне всего сняли 6 Арекс, тысяч пошли, жизней. Пошли. 6 тысяч. Иди сюда, Арекс. Давайте я покажу, где эта какашка. Вот здесь вот эта какашка сидит. Нет, я не дал. Открываю я пальну. Ого. Арекс! Слышишь, ты читер, у тебя оружие какое-то вонючее. Пацаны, знаете, чем меня можете легко убить? Монеткой. Монеткой, да. Но ты... Не можем взять. Не можем взять это. Это только для админов. Так, хорошо. Значит, для админов. Значит, не судьба вам меня выиграть. Я не буду брать другого Бенди, пока вы этого не замочите. Хорошо. Так, возьмем хорошее оружие. Ты не против? А что тут стулья в воздухе висят? А, это из-за этого оружия... А, ты гравитацию изменил, что ли, на карте? Прикольно. Нет. Да, тут стулья летают в невесомости. Иди посмотри. Они летают. Да. Офигеть. Смотри. А что это за оружие такое ты использовал? А это вот той классика Headless Cannon. Это вот такая вот. Надо запомнить. Может, мы какой-то используем в ролике его? Так, ты куда спрятался от меня какой-то? Да я наказываю, тут хожу вас. Вы ни о чем вообще, пацаны. А что он, знаешь, что ты нас наказываешь? Слабые вы очень. Конечно, взял какую-то какашку. Я взял мощного. Какашку. Нет, обычного, мощного. Обычную какашку, да? А, вот так значит. Хорошо, хорошо. Блин, я думал, это оружие не убивает с одного раза. Угу. Ты взял невидимое оружие, да? Невидимое оружие. Я хотел здесь взять, вызвать орбитальную... А, ну, тут блин. Нельзя, надо, чтобы было небо открыто. Ну да. До сих пор стулья летают. О, я нашел это оружие. Димон. Нет, это не оно! На тебе, по голове буду тебе... Я живой, я живой. Нет. А почему ты скелет горелый ходишь? Мне хорошо, а мне нравится. Так это бессмертный, что ли, был? Почти. У меня был один хп, и я ничего не мог сделать. И хитрый зал, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
Сейчас.